В июне скончался известный алтайский поэт, прозаик и драматург Марк Юдалевич. Его перу принадлежит более 50 книг, известных во всем мире. Участник Великой Отечественной, почетный гражданин Алтайского края, ушел на 96-м году жизни. Ее жизнь оборвала автомобильная авария. Трагедия произошла 21 сентября в Шипуновском районе, когда Раиса Федорова возвращалась с юбилея своего родственника. Проститься с бессменной главой детского фонда пришли сотни людей. Беженцы и бывшие узники концлагерей, инвалиды и одинокие многодетные мамы, дети. Все, кому Раиса Федорова помогала. И помогала бы еще. Не продлили контракт. В августе краевые власти покинул Евгений Нечепуренко, проработавший на госслужбе 18 лет. Сегодня управление возглавляет в прошлом журналист Максим Герасимюк. Череду отставок продолжил вице-губернатор Яков Ишутин, за которым в среде журналистов давно закрепился имидж самого открытого чиновника в крае. Губернатор Александр Карлин подписал распоряжение об увольнении заместителя в октябре. В декабре попросил отставки глава Быстроистокского района Сергей Зеленов. Ранее в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц». Главу района обвиняют в том, что во время нашествия стихии не была произведена своевременная эвакуация. Ложку нашли, осадок остался. Скандал с уголовным преследованием Татьяны Козицыной, который вышел за пределы края, затих к концу года. Но бывший директор молодежного театра так и не вернулась на свой пост. Напомним, в апреле руководители МТА обвиняли в краже служебного телефона и ноутбука. Уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления. Извинений Татьяне Козицыной никто не принес. Екатерина Коськова, «Наши новости».